Таким образом производится нарезка плит Харди Бекер. Это такие плитки, сделанные из цемента, которые лягут между нашими трубочками для нагревания полов. А сверху все это зальется еще тонким слоем цемента. На крыше идут работы. И вот эти Харди Бекер нарезанные полосочки укладываются. Вот сейчас отломает еще одну полосочку. Вот видно, сейчас отломает ее. Так. С стороны вырезается отверстие. Очевидно, это для туалета. Тоже такая плитка кладется. Все это пыльно и грязно. Вот, а здесь, ну, видно, нет. Но вот между этими трубочками на полу укладываются эти доски Харди Бекера. Так, вот таким образом располагаются эти цементные плитки между полосками. И прикручиваются к полу. Задача состоит в том, чтобы все-таки над трубочками было немножко бетона, да? Я потом буду такой еще жидкости сверху заливать. Это еще не финиш. А, окей, хорошо. Это будет такой self-leveling. Окей. Так что я еще буду финишный слой давать. Эти трубки все. Так, а я думала, что вы все-таки между этими тоже будете прокладывать? Между ними, нет? Не надо. Не надо? Вот между некоторыми проложено здесь. Вот здесь. Здесь я проложил, чтобы ходить по ним же. Угу. Поэтому сам. Ну, выглядит оно хорошо. Я надеюсь, завтра подсохнет и... Может быть, завтра разлить, да, чего-то сверху? Ну вот и закончилась кладка бетона. Что тут оно не совсем ровно все-таки получилось. Вот какие-то получили шрамы такие. Даже не знаю, что будем делать с этим, но обещали завтра залить таким self-leveling бетоном мокрым. И чтобы оно было более ровно.